почетный президент у нас Вакаяма, не помнится, который очень уважаемый человек в Японии. Он когда-то получил воспитание Нидзе. Нужно еще сказать, что он член коммунистической партии Японии, то есть он коммунист. Вот, он как бы из города Саппоро, Саппоро и Новосибирска, города побратимы. Вот, он когда-то преподавал в университете города Саппоро, то есть он как бы профессор. Четвертый дан по водорю, то есть он имеет пятый дан по айкидо. Он очень хорошо знает технику кабудо, то есть он там как бы носитель определенных данных. То есть у него очень много данных. Вот. Ну и он достаточно известный человек в Японии. То есть как бы имея почетным президентом Вакаяму, мы тем самым и соединили синтез, то есть как бы традиционных японских представлений о боевом искусстве и современных европейских. То есть как бы вот, ну скажем, кёкушин, будакай.